Малышев думает, что сделать на дальнюю. И какую там спасение Белялова. Вот это моментище, а. Хорошо. Все разыграли Екатеринбургцы, ну и браво. Тимур Белялов. Мы видим, Бервана не оказывается соленников, а вот вывести зоны не получается. Вновь подбор за авангардом, передача, и какой сейв под Епольского. Да, шикарный момент был у мячей. И тут тольяттинцы сделали вот эту диагональ через центр. Потом нужно было его избежать, в итоге авангарда получилось перехватить. Ну и после этого вывели на бросок Юрча. Прекрасно понимаем, что значит ошибка, да, вот в такой вот игре, пятой игре, которые позволят одной из команд завладеть серьезным преимуществом серии. Вот, тут, вот, откручивают по полной программе, добивание. Василевский удержал шайбу в Пукале. Ну вот навал от Салават Юай. Два раза шайбу там на пятаке нашли в кисты. А Салават после наброса от Панина сначала Кузьмин, и здесь Пукале сумел положить щиток, а здесь уж как успел среагировать, я, честно говоря, даже не возьмусь говорить. Снова за Пукале выручает свою команду. Индивидуальный в том числе. Мне кажется, вот это прям туда же, в ту же копилку. Вновь момент у авангарда, но Подъепольский выручает. Просто Качалов. Да, Качалов бросал с классной позиции. Подъепольский в своем фирменном шпагате успел свои время перенести. Коваленко прилетел по лицу. Игра продолжается. Выход 2 в 1 узка. Хайрулин шайбой. Передача. Обратный пас. Хайрулин. Бросок. И... Иван Кульмаков! Давайте, подходите все, не пройдете. Прям сразу он начал что-то говорить Марат Хайрулину. Это особенный режим у Кульмакова сейчас. Это режим плей-офф. Какая комбинация это была? Одна передача, вторая. И Хайрулин, он бросает на поражение. Смотрите на Кульмакова, на его взгляд. Пока здесь Крыселев сыграл с Янышем. Справа появился Руслан Абросимов. Крыселев в центр сместился на ворота. Там перед ними Лишка и дальше Абросимов. И шайбу, а? Шайбу. Ну, ворота сдвинуты. Где шайба, непонятно. Куча да, людей лежит. Там потасовка, там Николаев, конечно, вытащил мельчайший момент. Там и повреждение какое-то получил Николаев. Да. Там еще и досталось Абросимову. Там в спину засадили. Он где? Лежит, Абросимов. Да, а где все время шайба была, вот что вопрос. Она под Мороя, под Николаевым была. Передача Вишневский. Пилипенко в центр смещается. Это передача на Аймуржина и суперсейв Дмитрия Николаева. Аймуржин просто в шоке, не понимает, как это не зашло в ворота. Да, конечно, Николаев сегодня просто вырос стеной, вырастает перед черепахчанами. И благодаря, прежде всего, спартакскому вратарю у нас сохраняется счет 3-1 в пользу красно-белых. Башкиров. И в середину Башкиров. Башкиров. Ворота открываются перед ним. Я говорю, много таких ситуаций, которые повторяются из предыдущих матчей. Вот Ярулина вспоминали, да, который там прошивал от синей линии. Башкиров он точно так же забивал в том же первом матче. Конечно, закрыл синюю линию. Атанасов выкатывает на бросковую позицию. Передача налево. Бросок. Серебряков отбивает. Добивание. И еще одно будет. Артамонов. И где же там шайба? Серебряков делает все, чтобы она не зашла в ворота. Какая атака торпеда. Бросок Гончарука. С первым Серебряков справляется, но это еще не все. Это только начало. Летунов добавляет, потом откидывает в сторону. Фальковский уже упал, Серебряков уже упал. Не надо падать, Воробьев. И посмотрите, как Серебряков выставляет свою ловушку и держит эту ловушку перед штангами. Выглядело как будто дважды, когда шайба уже была, шла в ворота Локомотива. И Исаев было тяжело. И снова шайба не оказывается в воротах Ярославля, хотя замерли уже все. Исаев мечется по краске и все-таки прижимает ее ко льду. Боже мой, пауза, но я надеюсь, нам все покажут, все те чудеса, которые творил Елесин.